Пью, пью. Channel switched. Кто что написал мне, не успел почитать. Паш, ты написал или кто? Чего написал? Ну, в чате написали спит, а ты что-то там еще не успел почитать. Па, ты это имеешь значение? Ну, это очень важно для меня. А, Паша. Че? Можно я ПКМ возьму? Кого? ПКМ. Ребят, давай быстрее, выдвигайтесь на позиции. Да, господи, бери. Так, нам осветительные не нужны уже. Помзы есть, кстати. Паша, это я возьму, не трогайте. Раз, а, раз, раз. Нету? Это хадбас, я спасибо, хотя дас. Где-то в ящике есть, поглядите, ребят, скорее, давайте. Нам нужно быстрее выдвигаться на позиции. Раз-раз. Раз-раз. Через раз. Да. Убердем, стараемся. Так, 8 минут, нормально. Да. Блять, стой. Я его сейчас надо поделать нехитрая операция. Стой. Что с ним случилось? А это наш, окей, это бот. Так, все на месте, мы кого-то ждем еще. Репит внутри. Все? Да, ты все? Ходим, ходим. Вы в Бердеме уже? Ходим, да, ты где? Тебя ждем. Так, у нас стольник, да? Да, да, да. Сотка и 110-я резерва. Я тоже пошу себе. Идем. Понял, едем. Направо, потом налево. Ну, хорошо. Вышки где все, по-моему, спавнятся, нет? А вышки в новых местах стали спавниться? Да нет, по-моему, там их были. Это было направо сейчас? Сперва направо, потом налево. Сразу прям. Там вправо, лево. Через базу проедем, да? Да, 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 через это, через две точки, через аэродром. Но я смотрю, вышка на аэродроме на юге заспавнилась. Раньше была ближе к северу. Ой, хреново будет. Ой, придется. Кстати, еще одна ПЗРК есть в БДМ, кто-нибудь возьмет? ПЗРК есть. Никто не хочет взять? Я не буду брать, у меня ДВ. Тебя можно на спину кинуть. Блин, ну Коди пусть возьмет, или там кто еще. РМ, наверное, сейчас. Да, ты же остаешься в БРДМ. Кого брать, чего? В БРДМ, да, никто не остается. А, окей. Он приманка. БРДМ не приманка, он будет просто ждать своего часа. Хорошо. Когда умирать? Низкие толкнули высокие, ничего. Илья, я карлик. Карлица. Они все равно затуманены. Там затуман. Прорисовку можно еще на километр дальше сделать. Да, да, прорисовку. Какое-то утро вообще. Что я там правильно еду вообще? А там одна дорога, по сути. Ну, уже не дорога. Ой. Опа! Что это было? Стрелял. Это БМЗ-шка, стрелял. Все, самолет дохлый, там где-то 10 трупов. По-моему, по кораблю только что стрелили. Не-не-не, это по вертику, пацаны, по вертику, вот сбили его, там 10 трупов где-то. Слева от нас. Чего ты решил, что 10? Так я смотрю, всё, прицел его под... Всё, на месте. Вы... Всё на месте, да? Да. Блин, пацаны, стой! Я ставлю, иду бардак на метку. Самолет где-то 140-160 летел. Самолет или вертолет? Вертолет. Вон он еще горит на 120 км подбитый.
В упор не вижу 120, чтобы самолет горел. Там дымок идет. Ага, понятно. Ну понятно, он в этом смотрит в бинокль. Дымок у него идет. Знаю, я в бинокль дымка не вижу, блядь. А, это я думал, это ты говоришь. Да, ты все окей, я тоже думал, что он. Ну, самолет выйдет, значит, ставить лодки. А самолет какой? Этот харек, что ли? ЮАшка, ЮАшка была. А, РТВ-то есть у кого? Если у меня была, куда-то делась, не понял. Остался, наверное, в бардаке, может? А мне наводчик как пулеметчику очень подойдет с биноклями, если повезет. Могу бинокль отдать. Я кину бардак свой без бинокля. Хорошо, в бардаке возьму. На 220 крейсер. Ну а это их спал, начнем с этого. Ну, туда смотреть, наверное. В зеркало лучше не стрелять, это по магазине будет. Как бы он лочится на него, но я не стреляю. Да, слышно. Так, лочится что? Направление 250, в воде что лочится. Уже 255. Или по символу двигается. Прием. 260. Внизу пехота бегает, 220. Свои. А, ребят, на 260 уже. Отбой, возможно, не свои. Внимание, пехота в низине. 240. Пока не определил, свои, не свои. Прям низинки там под нами. Репит, Рэм, видите метку черную верт? Там враги, враги, враги в низине. Понял, все, понял. БРДМ сейчас смещаю туда. Могу работать. Они еще живые, да? Сейчас бардак прокатит. Пока давим, могут остальные отойти, это обойти их. Паша, ты один справишься, я их буду накрывать огнем прямо. Бардак прямо? 240? Да, трассируем туда, район этого крейсера. Ответка пошла. С камнями, там где-то двое костинцы было. Они немного влево сместились. Они рассыпались, да, рассыпались по краям. Скорее всего, в сторону стрелки. Сейчас смещаюсь туда. БРДМ выбили, БРДМ выбили. БРДМ, все. Принял. Всем сместиться наверх и в сторону стрелки. Затеряться в лесу. В какую сторону по части света? Восток, запад? А, северо-запад. По крайней мере, три пехотинца вижу, идут, поднимаются.
Нет, никак нет. Они к вас сбоку заходят. С какого боку? Я говорю, на запад пошли, они обходят вас, скорее всего. А мне прямо солнце в глаза светит, не могу по ним стрелять. Я у них за спиной нахожу, примерно, сбоку даже. Чужой работает снайпер. Свой. Минус. Гони их на запад. Еще двое где-то в кустах. Расстреливай кусты, расстреливай, гони их на запад. Я не вижу еще. Меня ГПш. Можно я пробовать северо-запад зайти, пацаны? Не-не, сохраняем позиции. Меня ГПш отрай. Там лодка стоит. Вижу лодку. Пуск, пуск. И в лодку. Все, уходи оттуда, уходи. У наших есть АКС? У наших АКшки, да, у них же М-ки. Это я. Может мне опять на старую позицию, около БРДМ я лежал? Сейчас минимум передвижений, иначе мы будем палиться, а не они. Юго-западное направление просматривается. Прием. Я никак нет. А ты какой просматриваешь? 240-260. Где БРДМ прям говорит, я на него. Переключись на шепот. Все, спасибо, забыл. Это где БРДМ? Там нет противника, может не туда снести? Нет. А что, у нас двое осталось? Похоже на то. Возле БРДМа нет противника. Что? Нет противника там. Там где лента валяется, может мне туда сглянуть? Я увижу там. Не надо. Что валяешься? А ленты. Опа-на, БРДМ, кто бег? Не знаю. Что? Около БРДМа противник. Прям здесь БРДМ, они там бегают. На меня выходят. Мне сказали, что около БРДМ нет противника. Они дымат кинули. А, нет, там есть противник, я ошибся. Слезоточивку туда кинул. Это они. Я по ним отработал немного. Может, одного ранил. БЕ рядом, слышу его. Гренадёрик, это место. Да я туда гранаты даю. А, они немного вниз спустились под склон. Может справа меня обходит, может слева. Репит убежал обходить через другой край. Люки на штуке? На стрелке? Да, прибежал я. На смерть свою.
То есть я смотрю, то есть я вижу Прайса, вижу, как он меня заходит, и я тупо вот вверх по нему дал, тупо. Как мы так слились-то отлично-то, а, Паш? Перепит, а ты посмотри, сколько там людей. Это вы там еще часть постреляли, а еще осталось сколько там, до хрена. То есть мы, в принципе, неплохо покосили. Ой, молодцы какие. А я слышу, там БЕ орёт. Да, я поторопился, да, конечно, да. Выходить. А вы, ты успел? Да, у тебя шансов не сообщить, было, нет? Чё? Нет, я этим, походу, не сообщил. Или Джордан бежит туда, бежит. Зачем он бежит? Он же... Да, у Коди шансов минимум. Практически это, у него пока Сталинград, да. Ну, не, ну это бред какой-то, я говорю, я бы его сбил, потому что он очень ровно на меня прям летел, а я не мог его видеть, потому что у меня черный экран. Отлично, Арма, спасибо тебе. Ах, ах, Коди, Коди. Все равно это тупое, не игра, бесит меня. Вот дашь там вообще подожди. Офигеть, чудо. Привет, Коди. Привет. Отлично поработали. Не, ну я говорю, фристайм здесь обязательно нужен. Потому что я говорю, мы за минуту высаживались, я сидел тогда с этим тепловиком и видел, как вы только выезжали, вернее, противник там выезжал с базы. Отлично. А я хоть кого-нибудь накрыл? Двоих? Кого он накрыл? А вот ребята, которые высадились с пулемета, вас нормально накрывали? Ну кого сейчас бомбу фиганули? ВСФ, по-моему, ноточку. Где-то. Уничтожили? Они, может, навели, сказали, неизвестно. А может. Быть ЗСФ после взрыва. Да, что, в общем, было, смотрите как. Они прилетели на вертолет, часть группы высадила прямо на берегу, с которым мы как раз первые столкнулись. Дальше вертолет полетел, его сбили. Угу. Остальные подъехали уже на лодке в течение, когда уже бой был у нас. Когда уже были первые контакты. Слушай, ну мы ничего сейчас не сделаем. Да, все. Мы очень рассыпаны, я просто смотрю на карту. Все рассыпаны, абсолютно. А тут у Джордана задача была не боя на наступе, а держать оборону. Так, сейчас не Макаров подойти. И Пихарёк остался не сбитый. Полтора десятка человек, Пихарёк, это ненормально. Да нормально, нормально. А кто сидит на нем? Прайс на нём. Прямое попадание со стинги до полоски, при этом ничего не сделал. Самое обидное, серьезно, вот я... Смотрю вверх, вижу, как тупо Прайс напрямую на меня заходит, и мне просто очередь вверх дать, и он умрет. Но у меня черный экран в тот момент, как я нажал на него прицел. Читы подрубил явно. Бан ему. Я не успел на них навестись, я лодки искал, он прилетел. Ну им сейчас только стрелку держать разве, собраться. Пехота стрелки, тоже ни слова не сказала, откуда заходит, куда заходит. Да, нифы вообще никакой не было, то есть... Смотрит, но пролетел. Я у Джордана спрашиваю, типа, что там на этой, на метке, где ПЗ погиб, там враги? Он такой, я сам ничего не знаю. Говорю, я тогда буду стрелять, если кого увижу. В итоге так и не пострелял, потому что вонючий хорек. А Спиттера как убили? Меня лодка... Я смотри, в лодке сидел, короче, парень, я при попадании со стигера. Ему все равно, он просто берет, присаживается, убивает меня. Я даже не успел, я только встаю, и меня тут убивают. Ты сказал беги, короче, я решил побежать. Он не успел даже встать. Мне вот интересно, группа Дарка, ну реально, у Джордана, по-моему, был такой, не позволит высадиться просто, и все. Ну ничего, сейчас нуклеир еще может встретить, он в принципе направление это смотрит. БМПшка-то в принципе накосить там может очень много. У них Джавелин есть, который тоже может. Ну это понимаю. А у кого? У второй группы, где СФ и КМД? Севере, или... на севере. Который. Севере, да. Слушайте, а хоть кто-нибудь, ну, повоевал из нашего отделения? Там, где командир был Паша? Конечно. Очень, конечно, очень хорошо. Мы, кстати, очень активно повоевали. Кого первого не убили, в принципе, война была. Их война была. Я их задержал около БРД. Я даже кого-то убил, по-моему, там, в запале, пока если надавил. Если бы мне солнце в глаза, я бошки высовывались, я по ним бил, убивал кого-то, ну, не знаю. Пулеметом я строчил активно, не знаю, задел, не задел, но... Репит, то, что вот когда они начали посаживаться, ты сказал, что с кем-то пойдет, я побежал сразу выходить, оказался у них, так сказать, практически за спину, когда меня... А я просто, видать, тебя увидел, ты на восток пробежал?
Я же был на север. Где камни? На север, да, где камни, короче. Ну, ты, наверное, на востоке был. Точно на западе? Потому что я видел, кто-то пробежал на восток, я был, по-моему. На короче, кто-то пробежал, я сказал свои. Потом смотрю, ну точно камуфляж не нашинский. Решил в бинокль удостовериться. Да, у нас репица пошла с самого начала не так. У меня ДБшка сначала пропала. Потом я атака пошла, и я в итоге убил на первый старт. КВшки и ДБшку туда-сюда. А мне наоборот очень понравилось. Я там лежал и в итоге без водителя, я мог бы сказать водителю назад отъехать или двигаться, но у меня водителя не было, пришлось стоять, давить и сгореть. Ну да, да, да. Я так и понял. Под ту вышку уничтожена. Что-нибудь вообще еще одна вышка осталась хотя бы? Стрелки Паш, должны быть. Паш, ты на бардаке, да, был, получается? Что-что? Ты на бардаке был или нет? Да, да. Да. Как я по плану, так и было. Джордж, ну бы копил. Что-то у меня реально пригорело очень сильно. РМ, а тебя загпшили? Рэму в спину. Да, да, и лишь стреляли. Меня сначала с ГПшили с лодки. А, ну, ты, кстати, Рэма лежал, хоть тебе ГПшки прилетели, но они перелетали очень далеко, то есть тебе вообще ничего не было. А я его уперся, в принципе. А можно узнать, кто, подожди, пришел, кто в спектаторе был? Вы смотрели на самолет, когда он у меня заходил на шилку? Да, я смотрел. Я хоть рядом с ним попал? Нет. Куда я стрелял? Вообще непонятно, да, куда? Просто вверх стрелял. А, у них теперь такие лодки, да? Спасибо черным экранам, блядь, ненавижу. Вот сволочи, это да, еще и лодки с АГС. Это вот здесь уже с... АГС лихо перелетал непонятно куда. Да сразу. Пулемет. А, это АГС, я думал, пулемет. Слушай, да у него все тут, и АГС, и пулемет. Ну, нормально, да, че. Да, ну да. Ну, для высадки, чтобы высадиться можно. Высадиться можно, да. У меня одного сейчас столько лет падает в море. А кто на бэхе? Один нюклеер. ХСП нюклеер, по-моему... Раз, а, они плавают, что ли? ВМП спасается, бать. Да. Она плавающая, она же хочет какую-то... Да, ну, вернулся вообще клёво. По нему вон прайс стреляет, а он оп, в водичку. Правда, сейчас он не выберется, все, конец, мне кажется. А сейчас горят уже, наверное. Они упали, вон сейчас по воде еле по... Так они вообще перевернулись, когда на бок встали, когда сейчас заход делают, заход делают. Ну-ка, ща посмотрим, попадет, а нет? Плавающий, блин. А что тут попадать? Не, он не выбит. Там человек был выдавлен, прям в него парень. Да он никуда не денется, плыть еще. А у меня пушка не поднимается высоко, да, чтобы харюк сбивать? Поднимается, сбивали, здесь харюк сбивали, кстати, с бэхи. Да, было, по-моему, раза два, да. Они вообще могут пушку крутить или нет? Да, могут. Вроде могут. О, у них берег справа, могут пробовать. А чё они, правда, как-то не отбиваются даже? Да. Может, я не прав, конечно. Бэха. Тут. Они не знают просто откуда. А. Вот идет, опять идет. О, попал. Там много раз надо, вот же вода, то есть арма, здесь вода, это аж несовместимо. Не сколько не вынесет. А, у него борта-то самые эти, слабенькие, наверное, под водой еще тем более. Ну. Давно бы выпрыгнули, убежали бы оттуда, вы сейчас этим умрут. Они плавают, и у них своя атмосфера, они морская пехота. Они должны быть, что никому высадка. Они высадывают сейчас. О! Че, живой еще? А что ему будет? Он не выбит он. О, кутку что ли нащупал? А, нет. Не, ну я смотрю, ребята кучкуются в районе стрелки. Это Джордан, видимо, их собирает. Ну это да, это единственное правильное решение сейчас. Но с учетом того, что там группа аховая идет, плюс еще аховая плывет, такую кучу они явно не сдержат. Еще времени куча. А, это бы я решил переплыть, понятно. Ой, блин, что-то как-то...
Что-то как-то зря он. А, он решил осмотреть место. Откуда, собственно говоря, сейчас ему прилетит. Там, по-моему, уже прилетело, да? Да, у него спинка красивая. Коцаны. Что-то Плесик заходит или что? А у Брайса пушки кончились, походу. Что, Плесик? Да не, пушки, походу, не, кончились. Еще должны остаться. Еще должны быть. Мало по сторонам. Если только там БК не вырезали. Так мы вообще ничего не сделали. Он весь зеленый. Пробивает его. Он не пробьет, да. У него еще 100 патронов есть. А, диверсанты Дэн Про едут на базу. Откуда они едут? Где они лодку взяли вообще эту? Это их не лодка. А, это синие, блин, я думал, они красные. У Прайса осталось 100 выстрелов в пушке. Ну, Бэк вышел из воды, и уже можно убивать. Ну, может, может, он бомбит сейчас там его. Почему не убивает? А ГБУшек у него нет, нет, понятно. Только пушка осталась, сразу что. Может, БМП все зарешает. Ох, сейчас если нуклеир стоять будет на этом месте, он встретит Банза с его группы. Они там как раз на горке затусят. Ну, они, он прям туда и смотрит. Да. Так, а что осталось сделать еще? Аэродром, да, уничтожить вышку. На аэродроме вышку-то взорвали? Слушай, им вообще хорошо, позиция у нуклера вообще отличная. Его не видно нифига на солнце-то. Ну? Ну, какой-то звук такой, живой природы, у меня аж испугался, вот ракета летит. Это вот вышка, вот эта металлическая, вот эта хрень такая с... Или что? Не, на взлётке взорвана. А, взорвана? Да, она где-то валяется, он... Он, видишь, если отдалить от Джордана, он какая-то облома, короче, вышка. Возле дома белого стоит. Так что еще мэров здесь начинают, да? А они что, все вышки уже уничтожили? Ну, стрелки, наверное, а может и все. Стрелки, по-моему, тоже не вижу. Да ладно, как вижу. Они уничтожили, о чем ты говоришь? ГБУшка. А ими можно уничтожить? Да. Кыш, да, можно. Одна ГБУшка. У них в прайсе положил. Изначально концепция Харькана на карте немножко ошибочна, потому что вышки можно тут Харьком уничтожить. А в чем можно прикол? Забрать, всю сказать. Жизнь думал, что миссия сделана, чтобы пехоткой здесь воевать. Не. Все время Харёк не шло. Тут Харёк, он убивает тех, кто... Мне кажется, Плай заметил. ...там добивает. Сейчас будем заходить, нет? БМП? Да ничего он ему не сделает. Он своей пищалью ему ничего не сделает. Ну типа 20 мм, такие. БТР еще можно ее крошить, а... Да там у него фугасные еще. Были да. ББХи какие-нибудь. Ну, ББХ, ну, таких нет. 20-метровых, по-моему. Ну, в смысле, именно вот. У него же не Бушмастер, которая на Брэдле стоит. Ну, там 23, по-моему. А вон эти Банзай бегают. Ему Клиру елка мешает, мне кажется, увидеть. Да, они сейчас побегут по взлетке, он их намаслит. Что они улетают машины с топливом? Не, если Джордан начнет стрелять, он спалится и все его убьют. А что они делают, что они ищут на аэропорту? И миссия закончится. Джордан. О, есть. О, поехала. Понеслась. Забегает туда-сюда, не знает, куда бежать. Вообще паника. А чё, не убил никого? Нет.
не дальше. Вот это меткость. Сейчас горят. Да-да-да, едут на смерть. А у кого там Java-то? А, у Банзая, по-моему, есть. Нет, у Банзая Т4. А. Java у кого должна быть из них? У Крейда Т-шка есть. Да, Т-шки есть. Да, Т-шки это ладно. Т-шка это одно. Сейчас найдет Джордана. А ни у кого что, нету. Что делает вообще Ридик? Не знаю, на месте крутится. Не знаю, ему что-то нравится. Что-то потерял, я не знаю, в земле. У него задача выжить. Он яму роет, да? Ворон что-то понял. А, да, он вышел. Ворон понял. А. Не, он лег, он что-то смотрит куда-то. Да, он дом пройдет. А, он дом. Не, Ридик просто вылетел. Он читы включал. Молодцы, за не вылетел. Граната? Прилипла к этому к раме граната. Замечательная граната, конечно. Осколком бы ему в голову сейчас попало нормально бы. Да ну я просто на этот, на подоконник повесил. Ворон, привет. Как бы своего не зацепили. Крыт, еще раз крыт. Краб. Ай. Блин. А что это было? Нормально. Все, убило. А что это было? Это был Варёк. А что случилось? Ой. Сколько майлз? Прайс упал. Прайс упал. Как Прайс упал? Походу дерево слетело. Он еще, он уклера таки убил. Блять, кстати. Меня убило, ё-моё, этот жив. Скринбан, всё, скринбан. Оскорбление, всё. Пиздец. А это таран вообще. Обидно так-то. Да, кстати, таран. Это, кстати, таран. Дерево-то не заметил. Меня убило тараном, требую бана. Три улыбана? А, я потерял. ФСБ, там, кстати, раненый. ФСБ еще там, живой? Там, кстати, он еще пока да. На ФСБ наводится, чтоб вы знали. А я много убил на взлетке? Одного. Одного. Че так мало? Не знаю, че как ты стрелял сумел. Че такой мил? Как сумел, так и сделал. Прайс. Прайс, ты настолько везучий, сукин сын, что даже не представляешь. Я на тебя навелся, у меня черный краб. Ну, в смысле, текстура закрылась. Отвечаю. Краб идет. То есть я вижу, ты вот на меня наводишь, летишь прямо, я думал, вот сейчас, ну, типа, на тебя наведешь, левую кнопку нажму, и ты сгоришь. Вообще, просто сразу. Когда же снаряд поет. Ну, навожусь, и у меня текстура закрывает, то есть, типа того, у меня просто черное все. Навряд ли. У меня так горит жопа вообще. Мы, короче, в весь аэропорт чекали. Краб, зайди. А, все, пипец. Его надо убивать. Крабы. О, а чё он там? Передумал. Он от эху взял. Но. Он хотел ему в лоб зарядить. Бегает. В рот. Да. Ой, зэ, он даже не увидел, он даже не посмотрел, господи. Ну все. В спину прям. Джордан, ты это зэ. Зато он краба убил. А, нет. Что же там случилось? Кто его убил? Джордан, ты это зэ. Джордан, кто убил? А вон сзади. Да он дурак, обошел. Взлетки спину подставил. Стойте, дайте посмотреть хоть. Ой, я вырнул. Никого не.